к великому нашему горю, вот все, кто его знает, Леша его знает, умер в прошлом году, полковник ВДВ, замечательный человек, Петров, Воронин Сергей Петрович, умер, совсем уже не справлялся, но с этой болезнью не смог справиться, как долго не воевал. Вот эту песню я не буду посвящать его памяти, не буду говорить, это веселая песня, он сам был жизненным человеком, но очень спокойным, при этом и все на свете знал. Но он говорил, что эту песню написал, но пусть и так, я ему всегда верил, как мы все. Песня шуточная. «Прыжки» называется. Белый купол, белый купол, на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Ой, так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Вот я не имею в ожидании, скоро дрызнет этот грузик по мозгам. Ой, не мешало ян-то счастье разделить с тобой по-братски пополам. Ой, не мешало это счастье разделить с тобой по-братски пополам. Вот что это мимо просвистело, обдало холодным потом по спине. И отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле? Ой, отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле? И я признаюсь, а ты послушай, вот скоро снова повезут нас на прыжок, и на первой же укладке завяжу тебе я стропы в узелок. Ой, да на первой же укладке завяжу тебе я стропы в узелок. Ой, белый купол, белый купол на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Так зачем же на укладке ты мне грузик в парашютик подложил? Зачем? Спасибо.